И вот кто-то крикнул... Черный квадрат! Не, экран, во-первых. Она длинная, и, ну, раз уже пошло дело на кавер-версии. А вот кто-то крикнул, что есть такая песня, которую мы пели вместе. Арбенин, Комаров и Башлаков. Арбаком. Это песня Кирилла Комарова. Она называется «Мы никогда не умрем». Мы сегодня встали рано, встали затемно. Люди пили в барабаны, пили матерно. То ли общая тревога, то ли празднество. Нам с тобой он снова Богу, то без разницы. Когда мы вместе, когда мы поем, какое чувство, что мы никогда не умрем. Дует ветер ледяной в нашу сторону, и кричат над головой птицы вороны. Чего же отвечали нам так весело? Просто песня ту печаль перевесила. Когда мы вместе, когда мы поем, такое чувство, что мы никогда не умрем. Это больше, чем я, это больше, чем ты. Это вечные свободы, дурна. Сейчас внутри бочка пороху, только спичку поднеси, будет шороху. А башка моя сама в петлю бросится, то, что сводит нас с ума, то и по сердцу. Когда мы вместе, когда мы поем, такое чувство, что мы никогда не умрем. Это теплое солнце и ночью идет.
Более плотненько. Никакого.